Всем привет! Привет, привет! И добро пожаловать! Сегодня мы на Безлюдовке. Озеро, как всегда, замерзло. Последние пару недель, наверное, было минус 15, мороз, что надо. Да. Что ж, сегодня без велов. Сегодня не будет никаких улиц. Сегодня мы на Безлюдовке, мы с собакой. И мы на тюбинге. И сейчас я буду... И я буду вместо собаки, и собака будет вместо собаки. Так что веселимся, отдыхаем, ловим моменты этой зимы. Погнали! Серёжник, ты готова? А теперь принеси! Корова на льду началась. Сейчас я одеваю коньки и покатаемся. Серёжник, ты готова? Пристегнуться, конечно, здесь у меня нет ничего. Нашел себе соперника по льду. Одеваем перчаточки, берем ремешочек. Коньки мы уже надели. Опа! Это тебе? Ой.
Сири, хочешь побегать, да? Собака. Для этого мы цепляем тебя. Цепляем за вот это дело. И я еду вперед. А ты за мной. Ну да, вроде того. А ну, камера смотрит правильно? На тебя? Сири, иди сюда. Сейчас посмотрим, как она вообще стартанет, а то туговато пока идет. Скользко, да, бедная? Иди ко мне. Сири, догоняй. Иди сюда. Давай, 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 догоняй. Сири. Сири, ко мне. Иди сюда, Сири. Иди ко мне. Давай, 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 иди ко мне. Иди ко мне, моя радость, иди сюда, да, девочка, да. Молодец. Молодец, молодец, моя девочка, да. Умничка. Так вот постоянно. Дочка, давай, давай, не догонишь, не догонишь. Ребенок заодно побегает, правда, здорово? То чувство, когда всегда есть на кого положиться. И в данный момент я могу положиться на вот это рыжее создание. Потому что она меня сейчас будет тянуть. Сири, а где Ксюша? Вон она, Ксюша. Давай за Ксюшей. За Ксюшей вперед. Вот это я понимаю. Как на лошади. Тыгыдык, тыгыдык. Вот моя лошадь рыжая. Мой полный привод. Вечный. Что еще можно придумать для зимы? Лучше не придумаешь.
Вот, дотянули. Спасибо, ребенок. Этот, на минуточку посмотреть, какая толщина льда. Да, уберишь ты морду свою. Это у нас там еще лед. И здесь сантиметра 7 где-то. Камера, конечно, так не передаст. Ну вот. Пальцы. Толщина палец. Это лед. И дальше лед. Да хватит маячить. Интересно. И это мы на середине где-то. Что, прокатимся к качели, наверное, посмотрим, каково там. Остановка. Что-то, мне кажется, чуть-чуть примерзло. Садись, катайся, ребенок. А ты устала уже, бедная. Устала. Ничего, чуть-чуть осталось. Туда обратно, пару километров и все. Ну, в общем, вы все видели. Иногда приятно сменить обстановку. Вело, коньки. Кто знает, что еще дальше взбредет в голову. Что ж, пока погода стоит хорошая. Ну, с семьей немножко развлекаемся. Тем более сегодня выходные, праздничные дни. О, и палку мы нашли. Что ж, тут еще пару кружочков сделаем и будем закругляться, ехать домой обедать, потом мы с самого утра здесь. Это уже подустали некоторые, и ребенок, и собака. Просто развлекаются, дурачатся. Что ж, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вы так же, как и я, хоть чуть-чуть отдыхаете от военных будней. Всем счастливо. Так, опыт катания на коньках у ребенка составляет примерно пару часов. Вот чему мы научились. Поставлю здесь, чтобы было видно. Ha ha ha!
пока ребенок пытается самостоятельно куда-либо сдвинуться. Подышим чистейшим воздухом где-то на окраине Харькова. Даже не знаю толком, где я нахожусь. Наверняка кто местный, сразу поймут, где я. Я на коньках стоял крайний раз год назад, естественно, когда был лед. Но это не забудется. Один раз научился и все, как на велике. Привет! Как успехи? С трудом? Ну ничего, чуть-чуть осталось. Давай, топай. А мы еще крепим чуть-чуть. Давно забытое ощущение. Супер. Ладно, едем дальше. Не мастер, но покажу, что умею. На веле получается лучше, честно. Даже на льду.